Сразу три казахстанских клуба этой ночью провели свои ответные матчи в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Первым на поле в Костанае вышел Тобол, который сыграл против швейцарского Базеля. Далее Актобе на своем стадионе принимал Торпедо Кутаиси, а Ордабасы на выезде поборолся с Легией из Варшавы. Чем закончились игры, знает Алишер Накипов. Тобол сенсационно вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференции. Ответная игра против Базеля состоялась в Костанае. Несмотря на победу швейцарской команды со счетом 1-2, подопечные Милича Чурчича по сумме двух встреч прошли дальше. Все голы были забиты в первом тайме. На 26-й минуте гостей вывел вперед Антон Каде. Затем, спустя всего 8 минут, Жан-Кевин Агюстен, сократив разрыв еще больше, реализовал пенальти. Восстановил преимущество костанайцев нападающий Серж Дебле. Перед перерывом игрок Базеля сыграл рукой своей штрафной. Легионер из Кот-д'Ивуара уверенно реализовал 11-метровый. Напомню, первый матч, который прошел в Швейцарии, Тобол выиграл со счетом 3-1. Таким образом, с общим счетом 4-3 казахстанский клуб прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференции, где сыграет с победителем пары Дерри Сити Ирландия, Кубс Финляндия. Два гола забили, второй гол забили из пенальти. Что нам нужно, чтобы меньше ошибки было на поле? А у нас получилось первый тайм, много ошибки в передачах, в простом пасу. И, конечно, я где-то и чувствую, что, может быть, не хватает уверенности. А потом второй тайм, они знают, да, мы можем, мы хотим и сделать хорошую работу. Поэтому, да, качество Базеля. Я не хочу говорить по качеству Базеля, по футболистам Базеля. Почему? Потому что у меня мои футболисты, это мои футболисты, сами лучшие футболисты для меня. В третий квалификационный раунд Лиги конференции также вышел и Актобе. Казахстанский клуб на своем поле сыграл с Торпедо из Кутаиси. Подопечные Андрея Карповича проиграли со счетом 1-2, но прошли дальше по сумме двух встреч. В составе актюбинцев отличился Максим Самородов. У грузин по голу забили Георгий Арабидзе и Иракли Бугридзе. Первый матч, который прошел в Грузии, Актобе выиграл со счетом 4-1. Следующим соперником команды станет победитель пары ЦСКА София Болгария, Сепси Румыния. Единственная потеря Казахстана в Еврокубке стал Ордабасы. Несмотря на камбэк с 0-2, шымкентцы уступили на выезде Легии из Варшавы со счетом 3-2. Алишер Накипов, Хабар, 24.